новичкам в этом мире очень сложно выживать. Вы взгляните на них, они же такие безобидные, доверчивые. Жаль, конечно, этих добряков, но начнем мы не с этого. Вся эта история началась с того, что мой тренер, тот самый, который помогает мне дойти до сотки, скачал эту игру. И так как он тренирует меня в зале, я решил стать его персональным тренером в Расте. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Вас ждет самый угарный видос за последнее время. Тренер для новичка. Ну а так как с Ютубом какие-то начались проблемы, переходите в мой Телеграм, чтобы меня не потерять. Всем приятного просмотра. Давай, давай, жми, 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 жми. Куда ты пошел? У тебя еще два подхода. Сталкрафт? Ну а если ты действительно хочешь проверить свои силы в выживалках, то рекомендую один прекрасный проект с уникальной атмосферой, на который подсел я. Сталкрафт — это многопользовательский шутер от первого лица с открытым миром, с сеттингом Чернобыля, где каждый найдет что-то, что его точно зацепит. Как я уже говорил, я фанат подобных игр с постапокалиптической вселенной. Здесь каждый найдет что-то себе по душе, будь то PvE или PvP-контент, зарабатывание репутации фракций через квесты, крафты, исследования, поиск артефактов, война кланов или же полноценная персональная сюжетная линия, развернувшаяся более чем на 50 часов геймплея, и все это абсолютно бесплатно. А совсем недавно разработчики выпустили серьезнейшее обновление, где преобразовали графику до неузнаваемости. Вы взгляните на это освещение. Также они добавили новый движок анимаций, систему погоды, более десятка новых северных локаций и сюжетных линий северных фракций, при этом сохраняя отличную оптимизацию. Вы просто посмотрите, это графика до, а это графика сейчас. Мне кажется, комментарии излишни. Но это еще не все. Есть еще один прекрасный повод вернуться в игру. Это подарки, которые выдаются за выслугу лет ветеранам Сталкрафта. Новичкам тоже есть бонус. Регистрируйся в игре по ссылке в описании и вводи мой бонус-код. Он даст тебе приятную снарягу, с которой твой путь станет чуточку проще. Выживай, сражайся и покоряй север зоны в Сталкрафт X. И как вы понимаете, это выживание будет очень веселым, ведь я играл со своим тренером, который до этого никогда не играл в Rust. И как только мы зашли, я сразу решил его немного подбодрить. Ничего страшного, если тебя будут унижать. Все нормально. Больше наступаться на меня. Все будет хорошо. Вначале хорошо, потом неплохо, потом плохо, а потом плаки-плаки. Слушай, я же заплачу, ты что, начинаешь издеваться надо мной? И не успел я до него добежать, как вдруг на меня напал какой-то абориген. И мне срочно нужно было с ним что-то делать. Иди сюда. Че, хотел убить меня, да? Че теперь, плаки-плаки, да? Пока мой напарник заходил на сервер, я отфармил немного ресурсов. Ведь мне нужен был лук, чтобы я его как-то смог защитить. Увидел типа, чуть запрещенку сходу не выдал, ну ладно. Нормально, я бегу к тебе навстречу. И вот я уже на полпути к нему, как вдруг случается кое-что очень внезапное и очень удивительное. Ой. Руки вверх, срочно. Руки вверх. Меня, походу... Скидывай все ресурсы. Че, все, тебя чпокнули уже? Меня ограбили только что. Это по тебе патрон. Да не может быть. О, нифига себе. ББ. Меня только что чуваки ограбили и револьвер подарили. Честно говоря, я думал, что меня закуют в наручники, навесят на меня мешок и увезут далеко-далеко в какую-нибудь пещеру. Но на этот раз мне повезло. Они подарили мне револьвер. А в это же время мой напарник нашел себе нового друга. А, во. О, я нашел тебя. А, это я думал, это вот ты. Нет! Не делай так. Чтоб вы понимали, около 3 минут он просто стоял и разговаривал с этим ботиком. Это кто? Это типа бот? Да, это бот. А, я думаю, это ты, короче, чувак. Здорово. Здорово, нифига себе у тебя персонаж смешной. Пойдем, я буду учить тебя делать нужные вещи в этой игре. Так, ну, так как я твой персональный тренер сегодня, мы начнем, знаешь, с чего? Со становой тяги. Становая тяга в расе, да. А что это такое вообще? Сейчас поймешь. Смотри, видишь, на земле лежит. Подходишь к нему, садишься обязательно и подбираешь. Опа. Вот, это становая тяга была. Пойдем. Ха-ха-ха.
Тыкву тоже поднимаем? Конечно. Мышцы спины надо укреплять. На этой же реке мы познакомились с очень дружелюбным парнем, поэтому пришлось с ним разобраться. Как ее на станову-то опрокинуть? Да, просто подходишь к нему, садишься и бьешь его. На-на. Под опыт... То есть ученик у меня схватывал все на лету, но я должен был обучить его фармить камушки. Так, сейчас ты будешь качать бицепс и трицепс одновременно. Я понял. Бей этот камень. 15 подходов по 10 раз, давай. Честно говоря, я не знаю, зачем нам нужен был этот камень, но наблюдать за его фармом было довольно весело. После чего мы забежали на заправку, и я накормил его вкусняшками. Чё, опять протеином вкинулся, да? Опять протеин несвежим. У нас было, блин. Был такой опыт, да, в зале? Конечно. На, вот эту штуку съешь. А как ее есть-то? Повезло тебе. И только мы собирались идти строить домик, как вдруг на моего напарника напали. Но я же тренер, я был обязан его защитить. Я его убил. Револьвер я, естественно, подарил своему напарнику. И мы отправились дальше. Вот только сейчас мы не знали, в какую ловушку мы попадем. Одного убил. Ай, блин, меня убили. Так, я могу отомстить, где? Не, не надо, тебе нужно жить. Сиди там в кустах. Жить лучше. Ага, как я тут выживу, если по мне тоже стреляют? Это был замечательный вопрос. Вокруг него постоянно кто-то стрелял, но он умудрился выжить и убежать оттуда. А еще, по моим урокам, он откинул себе неподалеку шелтер, где переждал ночь. В это же время я пробегал мимо того замеса и смог даже что-то подлутать. И так как сейчас была темная ночь, а мой напарник был новичком, я просто не смог упустить возможность, чтобы его не пранкануть. А для этого в игре я изменил свой голос. Открывай дверь, ты! Открывай дверь, говорю, я открывай тебя дверь, вижу. Говорю, я тебя вижу. Слышишь? Открывай дверь, или я тебя взорву прямо сейчас. Короче, я вас сейчас буду гасить эту. Быстро дверь открыл. Я сейчас тебя гасить буду, ты понимаешь? Нет, не понимаю, дверь открывай. Сейчас откроем. Не переживай, сейчас у меня кинтик подойдет, вот тебе это, лицо в сторону повернет. Он так и не понял, что это я. У меня какая-то возня началась вообще лютая. Я тут чел ходит каким-то голосом, блин, противным, говорит мне, что типа я должен ему дверь открыть. Я ему не хочу дверь открывать вообще максимально. Открывай дверь! Ты слышишь, я тут этого вот чудовище, блин. Да нет, ты далеко еще. Открывай дверь! Но мой напарник, несмотря на то, что он был новичком, не испугался и решил дать отпор. Да ладно, не убивай, это я нафиг. Блин. Не, ну я-то, вот ты понимаешь, да, что по чуть-чуть, блин. Уже это ему оформление, ты хотел уже оформить, так сказать. На, это тебе. Поставь вот эту спальник в доме. Что, реально нельзя? Ну я эту тыкву везде рассадил. Теперь у нас появилось наконец-то хотя бы какое-то первое убежище. Но как вы понимаете, это было только началом нашего приключения. Чтобы лечь спать, нужно нажать F1. Услышал. Консоль нажал. Так. И тут нужно написать quit. На, quit — это типа выход, что ли? Это speak English, блин, между прочим, чуть-чуть. Ты чё, американец? На этот раз развести его не получилось. Ставь лайк, если ты то же самое делал когда-нибудь такое с друзьями. Наконец-то наступил рассвет, и мы могли выдвигаться дальше в свое путешествие. Но у нас под домом уже кто-то сидел. У нас тут кто-то есть. Тут тип! Убил его. Ух ты, хорошо. Я тебе говорю. Жить в шелтере было совершенно непрактично, поэтому мы решили пофармить немного деревца, чтобы построить свой домик. Тем более, мы уже приметили одно прекрасное местечко. Первое правило Раста: если тебе показалось, значит тебе не показалось, что рядом кто-то походил, понял, топнул. И все бы ничего, но на нас постоянно кто-то нападал и пытался забрать наши ресурсы. Отходи, зайди внутрь обратно. Внутрь.
Забегай. Он умер. Да ладно. Да. Этот супермаркет находился неподалеку от нескольких РТ-шек, и мне показалось, что для старта здесь построиться будет довольно неплохо. Теперь мой тиммейт был в безопасности, и я мог спокойно пофармить дерево. Да и в принципе, нам нужна была буферная зона, чтобы бомжи не залетели к нам в дом. У меня чуть... Чё хотел убить? Ты можешь мне сказать, почему дверь не открывается? Дверь на соло-замке, на деревянном. Можешь приступать к фарму дерева внутри дома. О, не, давай к нему турник прикрутим. Можно сюда турничок, он на ветке, и раз, два. Погнали, деревце, точнее, не деревце, там бочечки подолбим сейчас. Метальчик сделаем, чтобы ты двери мог открывать. Зеленая карта доступа, нормальная тема? Бери. Все пригодится. Сегодня так я знакомлю тебя с азами этой игры прекрасной. Этот супермаркет просто притягивал различных фармеров, и все они зачастую хотели убить моего новичка. Металл у него, фрагменты. Это нам надо. Без ревика ты просто босс. Подними, я голый, говорит, прикинь. Они все так говорят, а потом тебя пытаются убить в спину. Ты его не убил, нашел? Они уже все мертвы. Наконец-то у нас появились кодовые замки. И теперь мой напарник мог спокойно открывать двери. Все, наводи на замок и там ввести пароль. То есть теперь он будет каждый раз открывать и здесь, да? Да. Ну смотри, когда, короче, выходишь на улицу, эту дверь закрываешь. Это как буферная зона, ее всегда я закрывать. Я понял, надо. Да. Предбанничек такой. Открой! Можно я вас шибану? А чё? Да я голый, ну ё-моё! Ха-ха, давай, давай! Он на коне! Пока, олени. Да чё это такое? Этот парень вместо того, чтобы просто от нас уехать, начал кататься вокруг нас и троллить моего новичка. Ты понимаешь, да, насколько я бот? Просто чел бегает здесь. Не, ну с лука надо еще уметь попасть. А вот он ходит, орет, да, и вот провоцирует, короче. Ну да, он специально катается. Эх, не на тот сервер мы с тобой зашли. Здесь новичков не уважают. Я знаю, куда можно будет пойти в следующий раз. Тем более, ты только начинаешь играть, а значит, на модифицированных серверах Magic Rust'а ты бы смог освоиться гораздо быстрее, чем на классике. А в бонус по моему специальному промокоду тренер ты смог бы еще получить и привилегию VIP абсолютно бесплатно. Она даст бонус к наборам, которые помогут тебе на старте. С увеличенными рейтами не нужно бесконечно фармить. Ты получишь тот же опыт игры, но в разы быстрее. И что самое крутое, ты можешь просто телепортироваться к себе домой, не тратя время на его поиски. Эти и другие механики позволят вам получать удовольствие от игры, не тратя при этом уйму времени на фарм ресурсов. Ну а на самом деле моды подойдут и опытным игрокам. Вы сможете улучшить свои навыки в рейдах и PvP, ведь на Magic Rust'е их всегда очень много. Если ты уверен в своих силах, попробуй классику или Vanilla X2. На этих серверах нет никакого доната. Ну а еще, вы знали, что Magic Rust Long недавно занял второе место в мировом рейтинге? Также Magic Rust сейчас проводит два масштабных конкурса на 500 тысяч рублей. Попытай свою удачу и выиграй один из двух компьютеров. Подробности в их телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ближайший вайп на мод-серверах будет в пятницу. Не пропусти. Выбирай для себя сервера по ссылке в описании и, конечно же, не забывай вводить мой промокод. И, быть может, мы с тобой там встретимся. А, вот, он коня оставил. А я тебя нашел. Я тебя нашел. Да не бей, пожалуйста, брат. Да чё, ну я ж голый. Чё вам надо, я ж прикалывался. Зачем ты спальники здесь поставил? Это не мои спальники. Ну ладно, беги. А ещё мой напарник постоянно терялся на карте. Ты где? Я бегу прям в сторону дома, блин. Дом в другой стороне. Не-не, я метку ставил. Нет, тут другой дом. Не понял.
У нас в другом месте дом. Йоу. Но в это же время у нас появились проблемы. Новые соседи. Еще одного убил. А, меня убили. Меня тоже. Ну слушай, я вроде бы все камбэкнул. Ладно. Ну вроде бы да. А потом неожиданно для всех в наш лес забрел заряженный чувак. Я, конечно же, его не испугался и решил за ним проследить. Тут чувак бегает с автоматом и просто всех крошит. Да, тут... сложно. А, помоги, господи! Следую за типом с автоматом. Но его найти теперь надо, он куда-то испарился. Туман, дождь, вообще ничего не видно. Внезапно след этого парня абсолютно испарился. И я натыкаюсь на одну громадную базу. Я начал хорошенечко ее обследовать. И спустя где-то 10 минут я увидел одну интересную вещь. Эта база была полностью зарейжена. Это означало одно, что тут неподалеку обитают серьезные кланы. А потом, вернувшись на свой супермаркет, я натыкаюсь на них. Блин, я одного убил, и тут еще двое. Их там трое было, прикинь? И все тебя, ну, завалили, да, все-таки? Да, меня жестоко убили там. Ну поднимите, не убивайте. Ну поднимите. Это не мой тиммейт, убейте. Блин, нечем их убивать. Только булавой. И теперь эти три челика сидели у нас под домом. И было понятно, что что-то близится очень нехорошее. Я придумал план. Смотри. Иди сюда. Встань вот сюда в угол и открой дверь. Другую. Все, заходи домой. Ай-яй-яй, убей. Ни за что, ни про что. Было понятно, что скорее всего очень скоро они к нам вернутся. И нам нужно было хотя бы как-то укрепить защиту нашего домика. А с ресурсами у нас была небольшая беда. Пошла возня. Так, да. Ты где? Иду. Вот, у нас тут пещера есть рядом. Мы можем тут камни формануть. Меня тут это... Как это так? Меня завалили. Кто тебя убил? Я не успел тебя спасти. Ну ничего. Я отомстил за тебя. И так как ресурсы безопаснее было нафармить в этой пещерке, мы отправились, естественно, сюда. Но тут его ждало поистине тяжелое испытание. Ну что, теперь паркур давай по балкам. Это все, это жесть. Ух ты. Давай так же вперед. Я хорош. Да ёпрст-то, вы чё? Возняк! Блин, сейчас будет, смотри. Сюда. Сюда. Сюда, все. С первого раза, братан, с первого раза. До этого не считалось просто. Машина. После того, как он накачал ноги, прыгая по этим балкам, он начал плотный фарм камней. Ведь именно ради этого мы и зашли в эту пещерку. Так, надо вниз прыгать? Да, да, вот на гриб. Вот сюда. Уже, видишь, получается с первого раза. Да вообще, я говорю, я лютый игрок в эту игру. Лучший вообще. Так, ну что, поехали? Еще что ли? Да, давай. Это мы тут не были? Не. На самом деле мы тут были, но я должен был проверить его навыки. Смотри уже, нифига себе. И вы не представляете, какое же приятное чувство видеть, как ученики быстро обучаются. А еще приятнее было наблюдать за тем, как он фармит камушки. Все, погнали искать людей. Выкидываю весь лут лишний. Так его, нифига попал. Ну я уже все, я тебе говорю, я юный, я растер уже все. Весь скраб, который у нас появлялся, мы, естественно, тратили на изучение. В это же время, пока я занимался спокойно своими делами, Стаса кто-то убивает.
На-на, я сдох. Я тебе говорю, не выходи никуда. Ну блин, ну что такое, а? И уже сейчас он познал истинную суть этой игры. Он мне пернул, понял, в ухо. Охереть. Он такой берет, говорит. Ой, пил, вообще, это что такое вообще? Ты представляешь, ты в зале так сидишь, хочешь пить? Он такой, можно и случайно, конечно, кашу пустить. У него потихоньку уже сдавали нервы, но он продолжал обучаться. А в это же время ночью я выследил двоих заряженных типов. И с ними мне нужно было что-то делать. Убил двоих. Да ладно. Да. А как ты так? Я даже выстрелов и слышал, ты из чего там стрелял-то? Силы мысли. С лука. Все, у нас есть оружие, сюда. Теперь уверенный в себе, я беру с собой питон и иду охотиться на своих соседей. Но что-то идет не так. И как бы я ни пытался с ними разобраться, их количество нас превосходило. Да и у них были пушки. Меня просто сзади еще убивают. Они бесконечные, эти говнеды. У нас просто, прикинь, одного убиваешь, и четыре из кустов убегают. Я успею забежать в хату нашу? Ну, может быть, да. В это же время мой напарник смог что-то ёнькнуть. И не все еще было потеряно. А когда я бежал в сторону дома, я услышал знакомый голосок. Это были именно те парни, которые бегали у нас под домом. Оказывается, что они были ближайшими нашими соседями, и с ними нужно было что-то делать. Все, я нашел наших соседей, которые убивали нас. Беги ко мне. Как вы видите, домик у этих ребят был не слишком сильно защищен. И пока здесь были деревянные потолочки, мы могли узнать примерное расположение их лутовой. Он в доме. Будем ждать, когда он дверь откроет. Сюда два типа идут. Уходи, 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 два типа сюда идут. Я побежал, давай, окей. Одет их причем. Вот, это они. По твоей команде, тренер, я действую. Все, они, смотри, стой, тихо, не топай. Три типа. Ждем, пока замес начнется. Они выжигают его. Все, ждем, просто ждем и смотрим. Сейчас будет заруба, кто-то будет умирать, а мы потом, если что, сможем запрыгнуть к ним. Попробовать что-то сделать. Либо добить, да? Да, план рабочий. И вот, когда началась перестрелка, мы понимали то, что это наш шанс ворваться под шумок. А, блин, промахнулся, сука. Убил одного. Хорошо. Обиделся-то нахуй, ты нас рейдишь, дружок. Рядом, рядом, я сейчас с тобой за спиной один. Я их убил всех, где он? Он в доме? Вроде на крыше. Или это ты на крыше? Я на крыше был. Открыл дверь. А, ты его переоделся в его движуху, да? Стой тут, смотри на дверь его. Да, вот он около двери. Возня у него. Шкаф нужен. Терять такие пушки мне не хотелось. Да и бежать до дома было недалеко, поэтому я все скинул, взял с собой немного дерева и побежал обратно. Тем более, у них не было шкафчика в доме, и мне нужно было помочь им его поставить.
Так, одного убил. Сосед, я приходил к ним снова и снова, ведь было понятно то, что эти ребята когда-то захотят перетащить свой основной лут, и судя по всему, нашим соседям это не особо нравилось. А пока он сидел в доме и боялся выходить, в моей голове появился план, как сделать так, чтобы он оттуда больше никогда не вышел. Есть идея, что с ним можно сделать, но мне нужна твоя помощь. Иду. Блин, просто места в доме уже нет. В нашем домике появилось уже слишком много ресурсов, поэтому его нужно было быстренько укрепить. Фу, немного расширил дом. То уже невозможно было тут играть. Кто-то стреляет, кто-то. Я убил двоих типов. Бля, тренер, ну ты к нам ходишь, мужик? Зачем? И самое забавное, что когда они сидели у нас под домом, они не задавались таким вопросом. А когда мы сидим у них, они возмущаются. Алло! Не бейте, пожалуйста. Че, как на крыше сидит? Байте, да, меня? Потому что я знаю, что он не один. Алло-алло. У тебя друг умер. Я всех убил. О, сзади идет, сзади, бежит к нам. Да за домом, за их. Меня, за их домом еще один чел. Так пол башки мне снес. Да ты вообще. Все, у них нет ресов. Согласен, мочи его, слышь, мочи его, мочи, давай вместе. Я забрал абсолютно все, что они пытались заныкать. И под шумок, пока бомжи разбирались друг с другом, просто отсюда свалил. Теперь у нас не было назойливых соседей. Спасибо за ресы, я все забрал. Все, я все забрал. Говорит, ресов там нет. Теперь точно их там нет. Но наш лес на самом деле был проклятым местом. Как только я собирался выходить на переработку, у нас постоянно кто-то сидел под дверью с пайпом. Ха-ха-ха-ха-ха! Фига себе, тут тип просто сидел под домом, прикинь. Мы его накажем. Он уже наказан. Ну а так как мы второй верстак украли у наших соседей, мы могли наконец-то что-нибудь изучить. И бегать уже со шприцами и пешками. Да, около дома у нас челики ходят. Ой, тренер, привет. Ты же понимаешь, что ты зря сюда пришел вообще в целом? Это была твоя огромная ошибка. Ты только и начинаешь играть, а уже запугиваешь, как заядлый растер. И как вы понимаете, это выживание будет очень веселым. Все, ожидаем. Пока металл наплавится и пока ночь пройдет, а я сейчас попробую пистолетики сделать и пойдем вообще всех убивать. Я хочу попробовать деревьев чуть-чуть попормить. Как думаешь, плохая идея? Да нет, идея легендарная. Я даже готов на это посмотреть. Давай, буду светить тебя. Смотри, мы самая настоящая команда, бей по крестикам. Да я их не вижу. Вон, наверху. О, пошло дело, работаем. Качаем руки, качаем. Спину. Качаем трицепс. Давай. Так, слышал, говно вот это собачье? Иди сюда, иди сюда. Че ты за мной гонишься? Да он хочет с тобой подружиться. Сейчас это, блин. Он хочет подружиться, он новичок в игре. Ебись, блять, от меня, у меня ничего нету, блядь. Да не, все. Там чел слева сидит, чел слева. Уходим. Нет, тренер, нет! Все, жесть. Я тебя убью факелом! Убью тебя! О, ты че, АФК просто стоит? К сожалению, убить его не получилось. Но теперь я понимал одну большую проблему, которую нам в ближайшее время нужно было исправить. Знаешь, что надо сделать? Сейчас сделаю. Надо спальников тебе накидать, чтобы ты спавнился часто вокруг дома. Чтоб ты типа когда умирал, да? У тебя не было этого таймера. Все,
спальников накидал. Теперь можно жить. Теперь, когда ты будешь умирать, можешь на любом из них спавниться и бежать снова. Опа, у нас на заправке бандиты. Привет, не убивай меня, я мирный. Я мирный, говорю! Наконец-то я смог выследить этого берданщика, который убил меня и моего тренера. Да уж, месть — это сладкая штука. Но после такого обычно челики возвращаются и сидят под дверью. И этот случай не был исключением. Ой, блин! Нет, тут... Что, тебе нравится, да? Круто, когда тебя подсиживают, когда в крышу, да, ходят? Возле дома, тип, аккуратно. Что, тебе нравится? Что, тебе нравится? Я его не видел. У меня все зависло, игра говна, все, до свидания. Всем спасибо за мероприятие, я очень счастлив был с вами. Я убил его. Поиграть. Ну это нормально, когда люди сидят под домом, понимаешь? Я одного увидел, и с другой стороны меня челик берет, бам-бам. Я такой, ам-ам. У меня вот он. Вот он, в нашу сторону нашего дома, прыгай. Опять? Он за домом стоит, да. Сколько можно? Вот он сейчас к двери подходит, я вот со стороны палю. Около двери сейчас стоит. Около дверцы. А чё по инфе? Чё, завалил? А чё по инфе-то было обменяло? Иди сюда, будешь с ним общаться, я нашёл собачку, ну смотри. Поговори с ним. Да ничего, братан, тебя как-то так можно спалить было. Таким образом, мы познакомились с еще одним нашим очень дружелюбным соседом, который постоянно прибегал к нам под дверь. И судя по тому, что он сидел с двушкой и гранатами, намерения у него были слишком серьезные. Так, смотри, это тебе. Это тебе. Бери сразу, обмазывайся. А это тебе тоже, смотри. Ой-ой-ой. Короче, с этого пистолета стреляешь типа как с калаша в этом, в контре. Типа тап-тап-тап-тап-тап. А дача у него вообще слабенькая. Теперь нам было интересно, где живет этот парень. И взяв с собой пару пушек, мы отправляемся искать его хижину. Где он живет, интересно, этот тип? Он где-то рядом. Уж больно часто он приходит и быстро. Он с этой стороны шел, да? Наверное. Сейчас мы найдем, где он живет. Вообще мне показалось, что он вон там был, в деревяшке. Он в той жил и все. Да? Вот. Ну что такое, а? Сюда иди, говно! Еще идет. Блин. Отползай. А, меня убили. Наконец-то мы нашли тех, кто постоянно к нам приходил. И оставлять их так просто мы не собирались. Я уверен, что они захотят нас взорвать. Короче, нам нужно что-то делать, иначе у нас сейчас не будет дома. Переехать отсюда нахрен. Не, это они переедут, понимаешь? Мы будем драться до последнего, а они будут переезжать. Это они нас должны бояться, а не мы их. Ну, я согласен. Домик у нас был слишком маленьким. Да и если бы нас пришли рейдить, мы бы ничего им не смогли противопоставить. Поэтому было принято решение немножечко его улучшить. Смотри, бери пистолетик, вот план такой. Берешь пистолет... И идем, сейчас у меня есть идея. А я как-то не запрыгну, боюсь. Запрыгнешь, давай. Это легко. Тренируй ноги нафиг, давай. Можно сюда лестницу прикрутить? Это день ног, понимаешь? Какой день ног? Ты отрабатываешь день ног, давай. Это день говна какой-то будет сейчас. Вот, видишь? Но я каждый раз это с ума сойду это делать. Ну ладно, я тебе потом что-нибудь придумаю полегче, пойдем. Сейчас у нас другие идеи. О, я вижу, где взрывают, пойдем. Бегу, бегу. Было отличным решением сходить на эти взрывы, ведь моему тренеру нужно было тренироваться. Сейчас будешь курс молодого бойца проходить. Так, вижу этих типов, которые рейдили на скалах. Мы сближаемся к ним ближе, смотри, подходим. Чуть правее, потому что они в дом зашли слева. Ты должен представить, что ты вот ниндзя, понял? Всегда двигаться, чтобы выжить. Ну, я понял. Если ты затупил, ты проиграл. Если ты поспешил, ты проиграл. Это игра на выживание. Так, я вижу двоих типов. Вот они взрывали этот дом. Нас увидели. Стой, не выглядывай, не стреляй только. Они нас увидели. Вот, один к нам сближается. Один справа. Сейчас луком один справа. Я сближаюсь слева и байчу его на себя. Как
он попал? Я же скрылся в траву как? Мертв сразу, брат. Тебя полностью, да, убил? Сразу мертв. Моему ученику бежать сюда было довольно далеко, и поэтому мне пришлось разбираться с этими ребятами в одиночку. Нет, я тебе помог его убить. Я ему птичку дал. Ай. Хорош. Ну, подними меня. У меня нет времени поднять тебя, друг. Но есть смысл идти к тебе? Да, я тут всех убил. Они бегут к тебе, ты в курсе? Да. Ну движняк вообще. Не страшно, я бегу в твою сторону. На, вот, винтовка тебе. На, похилься, вот, шприцы тебе. Вкали, понял, вот этот вот. Чё вы там вкалываете обычно? Чтобы у вас мышцы росли нафиг крепко. Мизим и доктор Мом, всё. Вот, вкалывай тогда и пошли просто. Будешь убивать, а я прикрывать. Но я не рассчитывал на то, что нас будут перехватывать наши соседи. Мой ученик, конечно, пытался с ними сражаться, но что-то пошло не так. Но так как это были наши соседи, я знал, в какую сторону они пойдут. Именно поэтому у меня был шанс перехватить перехватчика. Ой, не убежал! Ой, не убежал! Не убежал! Но тем не менее, если что, я всех убил. Ну блин, кто бы сомневался-то? Он не смог убежать от хищника. Теперь у нас появилось оружие посерьезнее, чем пешки. И уже сейчас мы могли отправляться на охоту за добычей покрупнее. Опа, чел, смотри. Ближе подходим и стираем, как только подходим ближе. Смотри, вот он, лутает ящики. Садишься. Обязательно. Да-да-да, вот... сейчас компьютер у меня сейчас, подожди. Кто хочет, тут по-другому. Подожди, подожди, у тиммейта лагает. Не убивай. Что вы делаете? Я учу новичка играть. Ты ходячая мишень. Это жесть. Хорошая работа на эффект. Не, у него вроде неплохо так все. Ну, если честно, блин, мы такого бомжа убили просто. Ну ладно, блин, понимаешь, без мишени, да, как бы сложно научить. Он должен был пожертвовать собой ради твоего скилла. О, вот, видишь, уже как залетает грамотно. Это он же и есть, наверное. Не, это другой, пойдем домой. С каждой новой вылазкой скиллуха моего тренера росла. А так как у нас появилось много ресурсов, мы решили укрепить защиту нашего домика. Вот ты бы хотел остаться с голой жопой? Голой нет. Ну вот, поэтому нужно укреплять защиту нашего дома. Смотри, я чисто секьюрити. Пойдем. Ты где? Ой, я умер, вот, меня чё убил? Тренера завалили... Ай! Я думал, это... Да что? Я ему в голову попал, как и тебе. Чё за бред? Ну, от одной головы он не умирает. Ой, блин, возня. Ну, мне ты нормально в голову попал, я считаю. Извини, я испугался. Я не знаю, что нужно было всем нашим соседям от нашего домика, но они все чаще и чаще приходили к нам с двушками под дверь. Понимаешь, я все потерял, я все пушки потерял. Спасибо, давай, давай, как мне, в ушки лезать, что надо? Давай, а я их сюда приманил. Это твой домик или что это? Это не мой домик, я бемиш. Сейчас я их применю, братан. Сейчас приманю. Давай, давай, приманивай. Но все, что он смог приманить, это немного свинца. Пока мой напарник стоял АФК, я сражался со всеми, кто приходил на наш супермаркет. Я дома.
Фуф, красиво. Но, как окажется, после этот парень жил недалеко от нас. Мне нужно к твоей игре Раста привыкнуть, потому что я как бы еще как новичок, да? Ты обычно не фармишь ресы, ты только фармишь типчиков и все. Фармить ресы — это ошибка, надо сразу учиться фармить типов. Убил его. Убил. Ой, у него скраб был. Уходим, уходим, уходим. У них тут дом недалеко, сейчас будут на муха стрелять. Тут надо двигаться, чтобы выжить, понимаешь? Понимаю. Это суровый мир. Кстати, для тебя вообще офигенный автомат выбили. Ну попробуем, сейчас постреляем. Надо будет его изучить, и тогда вообще игра начнется. Легендарная, там просто отдачи почти на нем нет. Пока я изучал все жизненно важные предметы, я объяснял Стасу, что убивать здесь нужно абсолютно не всех, и что иногда можно встретить вполне адекватных ребят. Да, рядом тут. У тебя чего пытаются, вон, с копьем, смотри. Убивай, а не, это ребенок какой-то, не убивай его. Да не будем убивать. Не бойся. Ни одно копье не трогай, пожалуйста. Ну-ка, стой, стой. А ты как относишься к залу или вообще к спорту? Как ты к спорту относишься? Не надо, ну не надо. Поговори с ним, он меня не понимает, походу. Иди сюда. Спроси, как ты к спорту относишься. Давай, 50 приседаний. У меня одни копья. 100 дерева, могу 100 дерева дать. Ты ему ничего не говоришь. Да я не знаю, что ему сказать. Скажи, как ты к спорту... Я убил его. Ты жулик маленький. Да нет, тут вообще нельзя щадить. Щенок собачий. Блин, капец, ты злой. Нас другой же убил. За что, малыша? Отвлекает. Отвлечение тоже, может, это его дружочек. Он говорит, иди сюда быстрее, в спину к нему. Мы его, видишь, он даже не стал возникать потом. Он, в принципе, согласился с тем, что я сказал. Что он собака. Но в основном доверие приводило вот к таким моментам. Ну нахуй, я вообще не был вокруг никого. Откуда взялось? Но они даже и представить себе не могли, что когда они убивали моего напарника, они совершали самую главную свою ошибку. Опа, куда бежишь? Куда бежишь? Не, парень, я голый. Ну, пожалуйста, отпусти. Давай 20 приседаний. 20 приседаний. Стой, не стреляй. Давай 20 приседаний. 20 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 20, хорош! 21, все, 22, все, 22, все, 22, хорош, 22. На, это тебе. Хорош, ты заслужил. О, спасибо. Не пропускаешь день ног, так сказать. А подойдешь к маяку? Там внутри типчики. Я думаю, я там хочу устроить что-то жесткое. За маяк, так сказать, братан. Отомстить. За всю возню, то, что было между нами. Давай, давай. Ну а самым любимым занятием моего напарника было паркурить. Да ё-моё, это вообще жесть, ты что такое-то? Сверху вот на эту лестницу, давай. Давай. Ты чё, оно не прыгает, он не нажимает прыжок, блядь, говно. Давай. Это что такое? Это Раст. Он не нажимает прыжок. Может, это ты не нажимаешь прыжок? Во, сюда. Это жесть, дядь. Слева тип. Один наверху есть по-любому. Опа! 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 Там наверху кто-то есть. Мы знаем, что ты здесь. Ты пропускал день ног. Именно поэтому мы пришли к тебе. Опа! Здравствуй, стой. А если ты стрельнешь, ты умрешь. Ну вот и зачем ты стрелял? Братан, зачем ты так делаешь просто? Еле-еле лучника перестрелял. Подъедите, пожалуйста. Ты пропускал день ног и начал у меня стрелять. Зачем? Ты меня слышишь? Давай, приседай. 30 приседаний тебе, штрафных. А ну, 30 разочков присели. Короче, я думаю, мы сейчас скворечник сделаем из головы. Да ладно, пусть он, школьник, живет. Да пусть живет. Понимаешь, в этой игре есть карма. Если убивать бомжей. Когда... Да блин, я только поднял его. Я тоже. Да пусть он идет в жопу, блять, меня никто не щадил вообще. Ну как я уже говорил, во всем есть своя карма. Блять.
Сосать! Откуда-то у наших соседей появилась Элка, и ближайшие несколько часов они сидели только на крыше. Из-за этого, чтобы попасть домой, нам нужно было делать огромный круг. Можно я за скраб услугу куплю? За скраб услугу куплю. Не убивай его. Я вам дам 48... Подождите, нет, не трогайте. Давайте я вам дам этот 48 скрапа, а вы меня этот... убьете подсиживающих. Нас все подсиживают, и можете убить их. А где? Пошлите, пошлите. Сейчас мы домой сбегаем. Окей, окей. Я вас на супережу. Давай, на давай. Супережду. Пойдем выполним, слышишь? Его пожелание. Его достает кто-то. Пойдем домой скинемся. А потом пойдем поможем малому. Ему там, блин, лет 7, наверное, по голосу. Прикинь, ему 7 лет, он играет в эту игру. Ты понимаешь, насколько он суровый? Жизнь сурова, братан. Вот скажи, ты бы позволил своему ребенку играть в эту игру? Навряд ли. Я бы удалил компьютер бы из квартиры бы после этого. И хоть моего напарника частенько обманывали и убивали в спину, мы все-таки решили взяться за этот заказ. Да, я тут. Поможете нам? Да, идем. Здорово, я его тиммейт, я его тиммейт. Давайте мы даем вам 500 пороха, а вы нас добавляете к вам пачку. Чтобы мы жили в альянсе, что такое. В мире, короче. Да без проблем. В мире и дружбе. Мне кажется, он хочет меня убить. Ну просто у нас пачка, мы не можем выйти из тимы. А вас сколько играет вообще? Двое. Можем вас добавить. Ну, звучит интересно. Блин, ща мне надо отойти. Стой, поговори с ним, поговори. Мы ща проверим. Где вы живете-то? Я сделал вид, что отошел и спрятался за соломенную стенку. И начал выжидать, когда же они убьют моего напарника. Это был простой способ узнать, обманывают они нас или нет. Чтобы жить в мире. Потому что нас подсиживают, все такое, мы вообще... В мире. А мне сказали, что вы луны. Почему? А почему? Я не знаю. Разводите людей. Как так? Когда мы его разводили? Мы не разводим людей. И не... Что тут происходит? Это же Сигма, это убийца. Это же Сигма. Я наблюдал за этим около 3 минут, но они так и не убили моего напарника. Ну ладно, короче, они не убили тебя. Я думал, будут убивать, и я их убью. А что, вам надо помочь, нет? Где там вас убивали? Да, нас на хате. Можете поохранять нас, пока мы контракт у нас? Поднимешь? Да. Спасаем. Медицинское образование. Где моя пушка-то, блядь? Вы убили? Он тебя скинул, смотри, он не обманывает нас. Я думал, они захотят нас убить. Но раз эти ребята были честны, мы решили добавить их в команду. Ведь у нас и так было слишком много седунов под дверью. А в это же время, не знаю почему, к нам прилетел боевой вертолет и начал наводить суету. Он очень близко летает, он сейчас меня может снести. Не по нам, да, мочит? Он взял, пацаны. Не по нам. То есть с меня только такая пыль с потолка посыпалась чуть-чуть, а так не по нам, да? Ну он серьезно настроен, этот вертолет. А вот сейчас, походу, по нам будет. А, расстреливает меня. У меня 19 хп, если что, могу умереть. Если я замолчу, тогда я умер. А я люблю потрындеть, я, наверное, не замолчу. Ой-ой, вертолет летает прямо над вашей хатой. Я готов к войне. Ща, у нас тут вертолет, у нас тут проблемки, мы не можем из дома выйти. Стреляет. Ой-ой, там смотри. Стой, там сейчас хату разбомбят сейчас, пойдем? Не, не стреляй, нет! Что ты наделал? Я не шарю, блядь. Я сбил самолет. Надо было, чтобы тут у нас, около дома. Блядь, мне, нам пизда. Нет, что ты наделал? Я не знал, что, блядь, это будет быть. Я сейчас умру. Отвали! Он меня не увидит. Ой, рубает как надо, вообще замечательно. Я еще жив. Очень злой вертолет. Он меня убил. Этот вертолет задолбал, реально. Че он хочет от нас? Прощай. Пушечный тренер.
Тренер, вы двушечника. Очень злой вертолет. Очень злой вертолет оказался. Пока над нами кружил вертолет, мы решили укрыться под землей и заодно пофармить немного ресурсов. Держи, держи. Вот, железное бери. Работать? Да. Начальника. А, у тебя такой аппарат есть. Что сказал? У тебя такой аппарат есть, говорит. Нормально, да? Я понял, тебя тренер заставляет работать. Да. Он мой хозяин. Ты тоже станешь его рабом. Да, ты уже потихонечку им становишься. Как ты не хочу? Он сказал, не хочу. Лежать надо. У меня есть... Ты говорил, кому пизда еще. Смотри, разборки школьников 10-летних. Конечно же, на такой ноте разборки не закончились. Я Ой. Это что такое было? Это вот типы под домом сидят. Прикол, ну питон-то у нас. Зубки. Питончик-то у нас. Питончик-то у нас. Пососите большой. Я сейчас тебе покажу свой питончик. Я ору с этих школьников, это просто такой прикол. Давай свою у дома покажу. Такой мегалодон просто. Вокруг шеи я оберну. Я не могу с этих школьников, реально такая смешная фигня. А ты вообще нищий, ты с факелом ходишь, а вот мой тиммейт или друг, короче, этот, фонариком светит, а у меня пешка, а у тебя факел, ха-ха-ха. Он бомж, а я с фонарик. Чувствуешь, да, вот эту вот мощь игры, атмосферу? Человек не мамонт, а мамонт не человек. Выдал базу. Блин. Почему это так смешно вообще? Человек не мамонт, мамонт не человек. Ауф. Ну а спустя несколько часов у моего напарника очень сильно сгорает на наших соседей руфкемперов. Блядь, откуда меня убили, блядь? Да ёбаный сыр, я не все, я короче не хочу нахуй. Ой, блядь. Я предлагаю, короче, их зарейдить. Да блин, ну... Он тут уже 2 часа сидит на крыше своей. Сейчас его разок накажу, он больше не будет сидеть на крыше. Взяв с собой лестницы, я отправляюсь к ним на крышу, но они меня уже ждали. Ой, блядь, какая-то хуйня. Да ты нах, сучка! Мой напарник настолько сильно сгорел, что просто вышел из игры, а я тем же временем сдаваться не собирался. И на этот раз решил вернуться к ним в Джаггерсете. Ну чё, чувак, дострелялся? Они забегали по своему дому как тараканы, и убежать отсюда, предварительно с ними не разобравшись, шанса не было. Поэтому я сражался до последнего. В это же время напротив нашего дома отстроилась еще одна вышка, и стоя возле нее, я понимал, чем мне нужно будет заняться в ближайшее время. Короче, вокруг меня одни руфкемперы. Он до сих пор сидит на крыше. Короче, я попал в какую-то аномальную зону, где одни руфкемперы. Лежать. Элка ко мне. Как прекрасен этот мир. Спасибо за Эльку. А, это ты. Ё-моё, пострелял. А, это еще ты, понял, понял. Ой, погиб.
Ой-ой-ой. Они полностью закрыли меня в этом доме. И теперь мне не оставалось ничего, кроме как сражаться в их же доме в надежде, что они откроют мне двери на выход. Я у вас тут надолго. Хату хотят снести. Он открыл меня. Спасибо за выход. Пока, ребят. Пока. Ну все, теперь меня точно снесут. Теперь я знаю, какой кайф может получить мой тренер. Он же любит винтовочки. Все соседи, которые стреляли с крыши, знали, где я живу, и постоянно чекали мой дом. Именно поэтому я решил откинуть незаметную кибитку неподалеку отсюда. Ведь так у меня было бы больше шансов засейвить хотя бы что-то. Ведь на ближайшее будущее у меня были большие планы. Ну вот и новый домик. Сюда. В это же время руфкемперы на меня обиделись и сели ко мне под дверь. Сосать, сопы! Ха, они уже чекают мой дом на эффект. Чем чаще они ко мне приходили, тем больше буферок я решил поставить. Не думаю, что они захотят меня рейдить. Но даже если захотят, это будет мега-неокуп. Ультра-мега-неокуп, я бы сказал. В это же время, понимая, что у меня всего лишь был один выход, я решил добавить еще несколько скрытых, чтобы у меня было больше шансов задефаться. Эй, тренер, ты вернулся? Кстати, я знаю, что мы можем сделать в ближайшие 10 минут. Что будем делать? Мы построим здесь башню, и ты будешь сидеть с ней. С винтовочкой. Фигачит соседей наших! У каких? Вот этих? Которые по нам стреляли с болта. Но на то, чтобы построить нам вышку, не хватало самую малость камушка. И пока мы релаксировали, добывая камушек, наши соседи готовили коварный план. Да, типы возле нашей... Типы на нашем доме нас рейдить будут! Так, что делаем? Они у нас на хате. Я вижу, да, они там рейдят. Рейдят нас, рейдят. Так, меня убили, окей. Спавню с дома. Ай, что вы делаете, негодники? Пожалуйста, только не рейдите. Я не знал, что делать в такой ситуации. Ведь у нас не было абсолютно ничего, чем я смог бы задефать этот дом. Но как вы знаете, именно в такие моменты у меня появляется режим Берсерка. Это что-то какая-то лютая история. Закрыл его, закрыл! Сейчас с улицы приду. Не открывай дверь только, слышишь? Не открываю, я вообще далеко. Иду. Беги со спальника фастом. В дом? К дому, да. Ой-ой-ой, вижу всю возню. Ой-ой-ой. Убил всех! Жёсткий. А дефолтом? Лежать! Я всех убил. Это жестко. Это очень жестко. А, еще нет, бегут? Я не знаю, это свой чел. Я всех убил! Слабые! Чувак, мы только что дома дефали. Один чел в доме у нас стоит, слышишь? Чинг-чинг. Севен слабый. Слабый. Так, у меня для тебя есть работа. Ты, короче, влетаешь. Смотри, у нас внутри тип. Мы открываем дверь и убиваем его, понял?
Прыгай вниз, 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 прыгай туда. Готов? Да. Он тут прям стоит. Готов прям сразу стрелять? Давай, я готов. Лежать, слабый! Лежать, слабый! Лежу! Изи, пацаны. Слишком было просто, я даже не почувствовал вот этого вот сопротивления. Фух, вот это мы с тобой дали жару. Что нам сейчас надо, так это восстановить немного дом. У нас тут присутствуют некие проблемки. Мы не знали, будет ли вторая волна, но сейчас нам нужно было поставить как можно больше дверей. Ну что, башню давай делать. Да, кстати, вот сейчас время построить башню. Рез вроде есть. Знаешь, что мы можем сделать? Ты ж вечно хочешь есть? Я. Мы сейчас пожарим их. Пожарим человечину? И съедим. Круто придумал? У них жопа грязная, а так нормально. Все, закидывай их мяско сюда, смотри. Для тебя поставил. Можешь жарить их вкусненьких, сладеньких. Можно рогануть сейчас, прям сейчас. О, я не буду. О, я первый раз увидел это. Нет, ты чего, серьезно? Как это противно выглядит. Оно вкусненько, что? Посмотри, вот, смотри, жареное мяско. Нет, 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 нет. Посмотри, жесть, посмотри. Это хуйня, братан. Это такая дичь, пиздец. Я бы тут... Я пойду лучше вон, блин. Умру, блин, тут где-нибудь. Да это вкусненько выглядит, смотри. Смотри, вот я показываю, как это делать. Смотри, видишь? Хорошо. На вкус реально сладенькие были. Попробуй, тебе понравится. 20 кусков мяса, видишь? Кушай, на здоровье. Ты серьезно? Его надо жрать? Ну, можешь съесть, да. Дикое обезвоживание, у меня жажда, братан. Ты всех уже добыл? Не-не, я даже не буду, я это выброшу в любом случае. Подожди, не добывай их, не добывай. Я не хочу на это смотреть. У меня есть идея. Смотри, показываю один раз. Опа. Ай-яй-яй, убили, ни за что, ни про что, да? Да, ща мы таких повесим много. А это ты, смотри, сверху. Да ладно. Да. Это самый главный, блин. Фух, блин, я вообще супер доволен. Вот мы с тобой просто по таймингу зашли, понимаешь? Если бы мы только попозже зашли, нас бы пробахали. Но мне кажется, они очень сильно расстроены. Предлагаю сделать так, чтобы они расстроены были еще больше. Их зарейдить. Построить вышку и сесть на нее с болтом. Да, я, конечно, осуждаю подобный геймплей, но наши соседи любили пострелять по нам с крыши. Именно поэтому специально для них мы решили построить такую же вышечку. Я руфкемпер! Как наши соседи любимые. Понимаешь, надо с врагом играть методом врага. Ой-ой-ой-ой, какой отсюда вид прекрасный открывается. Мне кажется, сейчас ты будешь в полном восторге. Эй! Слабенькие, привет! Опа, я знаю, что мы сейчас сделаем. Ты задавал, помню, вопрос, можно ли машину оформить, да? Да. Сейчас у нас будет машина. Но сначала нам нужно было закончить строительство вышки, чтобы мой напарник поразвлекался и вкусил, так сказать, лучшую сторону этой прекрасной игры. Ну вот, считай, смотри, какая красота. Бам! Блин, я так осуждаю это. Капец просто, это неуважаемый геймплей, но опять же, да, мы на районе, где одни руфкемперы. Ну и пока наши соседи делали плаки-плаки в подушечку, мы на их же взрывчатку планируем взорвать их гараж и забрать их машинки себе. Нет, ты не наносишь урон ей. У меня типа специальные патроны, разрывные. Оп. О! Красиво. Лутик. Ну, отныне это наш гараж. Все, можешь садиться за тачку. Блин, а на это я не смогу уехать. И тут, пораскинув мыслишками, я подумал, что эта машина им тоже больше не нужна. И поэтому полностью ее разобрал.
Теперь у нас появился полноценный домик на колесах, благодаря которому мы могли бы отправиться на любую часть карты. А так как ресурсов в доме у нас стало намного больше, мы решили укрепить защиту нашей базы. Ведь было непонятно, захотят ли они вернуться на второй рейд или нет. Ты слышишь эти звуки? Че это такое? Нас рейдят. Взрываем? Нас взрывают. Все, я понял. Ты готов убивать их? Да. Я думаю, вы уже догадались, что нас никто не рейдил. Это был всего лишь саундпад. Но мой ученик не должен был об этом знать и расслаблять булочки. А еще на крыше у нас появилась легендарная турель, которая стреляла абсолютно по всем. Один голый за домом. Ку-ку! Ку-ку! Так. А, это я! Это я, это я, это я! Извини. Ну а в какой-то момент случится то, что поменяет нашу будущую жизнь. Он убил какого-то кланового фермера. Ой-ой-ой-ой! Слышь, это кто вообще такой? У него просто так? Куча ресов у этого бомжа. Бегом домой, я тебя прикрываю. Примерно 1 000 000 серы у них. Так мы реально сейчас зарейдим наших соседей. Это хорошего я убил типчика, вообще значит. Жирного. Жиробасину убил просто. Оправдал винтовку, да, значит? Ой-ой-ой, блин, ты такого жирного убил, ё-моё. Ну, сейчас, мне кажется, ребята щупают. Ты вот типа убил которого, да? Серый. Возможно, они сейчас придут нас рейдить из-за этого. Но это хорошо, мы этого и ждали. А если нас завалят двоих? Я думаю, не смогут. У нас, понимаешь, брать-то нечего. Ну, как нечего, серу только, которую мы у них забрали. Главное получать фан, понимаешь? Ам. Главное ам-ам-ам. Фан-фан-фан. О, тучел на мне с базукой. Смотри. Так, на мне, смотри, вот я справа. На дороге там, где ты убивал челика уже. Кто это? Вот, бежит. Че, я тебя не могу найти. О, дом железный, вот я направо, вижу. Смотри. Вот, так, за ним чел в антираде. Слева. За домом за этим. Вот, видишь, стреляет. Сейчас найду его, убью. Меня убили уже, у него ракетница. Очевидно, этот парень не просто так прогуливался по нашему району с ракетницей. Подумал я и открыл дверь. У меня типы с ракетницами. Тачку взрывают нашу. Они не убиваются с одной пули. Понял. А, у нас минус тачка. Нормально появился в доме. Че, она нам нужна так сильно была? Да не особо, но можно было что-то с ними сделать. Ну а спустя мгновение, возле нашего домика начинает что-то отстраиваться. О, у нас соседи, братан. Еще одни? Ага, новые, блин. Я ему в прическу дал. А, он в маске, если че. Топовый? Ну, блин, только не разукрашенный. Подожди, топовая маска у него? Ну, железная, да. У меня плохие новости. Это, думаешь, это наш рейд, да, ближайший? Это рейд кибитка, скорее всего, строится. Где-то снизу? Не, вот он на потолке сидит. А, это рейд кибитка нафиг! Жесть. Готовься. Подожди, они будут бурить сейчас в шкаф. Подожди. Под нами уже снизу. А тут дерево, прикинь. Он с ракетницей. Ой. Больно. Я упал, блядь, в пизду, ты прикинь. Вниз? Угу. Это жесть. Нас взрывают. Дал хит ему. Они под входом были. Вижу их. Ой, меня нифига себе. Меня стерли, я тоже вниз упал, прикинь. А, мне спальник сожгли в доме. Ё-моё. Мне сожгли спальник в доме, ты прикинь? И что делать? Я сейчас с улицы приду. Приду с улицы и раскидаю их, попробую. Один минус. Ты можешь на улицу выйти? Полутать его. Еще одному дал голову 3 хита. Вот он где-то тут лежит, смотри. Лутай его. Ой. И домой заноси. Уходите, я сейчас убью. Было бы неплохо у нас деревья вырубить. Ты все залутал у него, да? Да, давай я порублю. Выруби деревья справа, которые они супер мешают нам стрелять. Забежал, 4 хп у нашей двери. У нас были небольшие трудности с тем, что выход был всего лишь один. Поэтому на случай рейда пришлось быстренько импровизировать.
Они построили кибу, но что-то они куда-то пропали. Я умер. Понимая то, что они будут бурить стенки напрямик, я решил повернуть гантрапы, чтобы они хоть как-то могли их задержать. Подожди. Они подходят. Серьезно? Нас рейдят. Че, пошла возня? На всю мощь играем. Лучше пушки беру, правильно? Да. Одного убил. Оп, я дома. Чем они рейдят, я не понимаю. Это боевые. Работай по ним, работай, Стас! Я ищу их. По всем, кого видишь. Вижу двоих. На десятки от них. Меня убили нафиг. Но все же Стас отрабатывал неплохо. Он отбивался как только мог. А у нас был еще один шанс. Секретный домик. Один умер. Убил двоих. Убил. А ты видел, что у нас с хатой вообще происходит? Ой, у нас хат, у нас стенки нет. У нас еще одной стенки нет. У нас проблемы. Я знаю. А снизу тоже дыра? Да. Ты умеешь строиться же быстро? Да. Лимон. Я вижу типа мертвого. Убил. Не дам его облутать. Убил. Застроил стенку со шкафом. Убил еще. Блин, там чувак мертвый лежит, я не могу его облутать. Я не смогу, наверное, его друга облутать. Убил. Меня пушат. Убил. Это вообще левые типы пришли какие-то. Да, они в этом магазине. Убил. Меня убили. Под домом меня убили. Он от гантрапа сдох. По мне работают. Убил. По этой рейд-кибитке начали работать со всех сторон. И это было замечательное время, чтобы прорейдить их турель и залутать ракеты. Убил. Тут чувак сумасшедший, голый с ракетницей нафиг. Офигеть движуха, слышишь? Это жестко какая-то тема вообще. Я бахаю турель у них. Уеет. Меня убивают. Меня убили сверху опять. Я что-то очень бот совсем для этой движухи на самом деле. Пока живем. Не это, не дезморалься. Я пока всех убил вроде бы. Убил. У меня ракеты. Забрал ракет немного. Вижу. Убил раз. Убил два.
Да, меня убили. Да уж, силы были слишком неравны. Как бы мы ни пытались дефаться, этих ребят по ощущению становилось все больше и больше. Но мы сдаваться явно не собирались. Но мне кажется, они не продолжат нас рейдить, как будто им нечем. Надо застроить эту дырку и все, да? Сейчас, когда пройдет, я застрою. Я вообще в таком сексе сейчас нахожусь, ты не представляешь. Это тебе еще плюс-минус понятно, что происходит. Я бы в соло бы просто бы уже давно бы на коленях бы там стоял перед дверьми бы. Ребята, я вообще просто не понимаю, что со мной в моей жизни. Ну-ка, Стас, скажите, пожалуйста, каково быть новичком в этой игре? Сменные трусы, наверное, висят рядом уже 3 раза. Поменяли. Расскажите, вы получаете удовольствие от этой игры? Смотря какое, блин. Ой, нет, у меня нету слов, ребята, это просто жесть. Что из потов сошло, блин, я тут сижу, я уже... Я опять где-то возродился, и опять мне что-то надо делать. Ой, а тут чел лежит, подожди. Да нет, я не могу. У нас нет дерева, чтобы заделать дырку. О! Подожди. Я застроил! Ё-моё, это было очень крепко сейчас. Это было супер на тоненького. Давай, поднимайся наверх, бери пушку и просто как турель начинай работать, как турель, понимаешь? Ты турель, представь себя турелью. Ты идентифицируешь себя как турель, понял? После того, как я застроился, бояться было уже нечего. И я просто отправился их кромсать. Ну ладно, мы отдефали дом, это главное. День сменяла ночь, но они так и не продолжали нас рейдить. Скорее всего, у них абсолютно все закончилось. Так, что у нас есть теперь, знаешь, какая цель? Бахнуть тут один домик и все. Как тебе идея? Да, давай. Серу плавим и идем рейдить. Но было странным то, что эти ребята не собирались никуда уходить со своей рейд-кибитки. И было понятно, что ночью они собираются либо нас рейдить дальше, либо уходить отсюда. И взяв с собой ПНВшку, я начал выжидать. Сейчас, подожди, убью их. Убил раз, убил два. Их видишь? У меня ПНВ. Тут ракеты нафиг! У них ракеты! Тут чел подошел к дому, говорит, давай поговорим. А он подошел к дому, говорит, тренер, давай поговорим. Ты кто вообще? Меня сейчас убьют. Убил. Алло. Еще одного убил. Что ты хотел узнать? Я хочу спросить, сколько у тебя часов, я просто... У меня много. Ой, тренер, извини. Прости за то, что я обзывался, мне очень стыдно и некрасиво. Меня просто все тиммейты ливнули, тильтанули за то, что ты очень круто стреляешь, а я, ну, басина тупая по сравнению с тобой. Ты нас помог сейчас только что задефать, мне кажется. Я знаю, я ходил, типа, убил там их всех с калашом, но у меня посидел чел с ником «Называй меня босс» и забрал весь лот твой и мой, короче. Блин, понял. И меня просто дуркемпят по КД сидят. Я потерял все, короче. У меня тиммейты еще вчера ливнули. Нет, это не чизи. Это чизи, чел. Я тренер. Вот чел с ником «Называй меня босс» так заколебал. Он сидит у нас под хатой, сидит постоянно в кустах с глушаком на берданке и всех нас убивает, блядь, в крысе. Блин, а я, кстати, знаю, где он живет. Я примерно знаю, где он живет. Чизи. Я вот только что ночью сидел, вот честно тебе говорю, смотрел твой видос. Типа, я тебе реально говорю сейчас. А что начинается-то? Ну все, узнали. Блин, ну ребят, тогда предлагаю, мы можем пойти кого-то пробахать. Мы немного ракет выбили, но нам надо... Давай. А, вот еще, называй меня босс. Вот ты меня заколебал. Ну ладно, на самом деле ты не особо интересуешь, типа, чтобы тебя рейдить. У меня есть там клиенты. Пойдем покажу, какой дом, который мы хотим зарейдить. Пацаны, я с вами, пацаны, погнали. Вон, смотри, вот этот дом мне нравится. Они сегодня с болтами сидели целый день. Они нас сегодня тоже пытались рейдить, короче, но мы их тоже разнесли с двушки. Пацаны, я с вами в движухе за любой... У меня хватает вроде, пацаны, на ракету изучения. А это кто? Скажи, кто это? Это... Это кто? Это тренер.
Это тренер качалки, понимаешь? Это фитнес-тренер. Это машина 2 на 2 метра нафиг. Некоторые соседи оказались довольно дружелюбными ребятами. Тем более большинство из них пытались нас задефать. А бонусом ко всему, как выяснилось, у нас был общий враг. Клан руфкемперов, которые постоянно сидели на крыше и не давали никому перерабатываться на супермаркете. Одними из тех, кто с нами скооперировался, являлась та вышка, у которой я забрал элку. Оказывается, эту башню они построили специально для того, чтобы стреляться с теми ребятами. Давайте, давайте, выстраивайтесь. Будете команды выполнять тренера. Но как вы понимаете, перед рейдом нужно было вначале размяться и самую малость подкачаться. И в этом деле нам помог настоящий тренер. Давай, я хоть сальтуху тут сломаю. Ставим себе укольчики и жестко качаем ножки. Приседания, давайте. Качаем. Сели, встали. Сели, встали. Сели, встали. Отлично. Теперь по кругу бегаем. Вот так вот. За мной все побежали. Когда тренер зашел поиграть в Rust. Давайте гуськом, блядь. Бегаем, бегаем, бегаем. Пока бегаем. Теперь гуськом. Тренер зашел поиграть в Rust. Теперь с прыжками, с прыжками. Через этот мешок. Раз. Да уж, наблюдать за этим было поистине забавно. Уж чего-чего, но такого в Rust я еще никогда не видел. Я уже чувствую, как сэр, я да, накачиваюсь потихонечку. Так, да. Присаживаемся. Я уже чувствую, как раз. Я уже чувствую, как два, я сосрал моих мышцах. Три. Четыре. Пять. Все, господин трейдер, мы сделали тренировочку. Не, ну, отлично, теперь я думаю, вы мощные, можете базуку даже поднять, правильно? Да. Подожди, вы бицуху не качали, камнями дерево надо пофармить. Давай, я иду. Смотри, побежали фармить. Смотри, качают бицуху. Смотри. Вот ради чего надо было играть в эту игру, слышишь? Да, вот они. Нафиг вообще убивали мы, да, всех? Офигеть вы теперь качки, вот сразу видно, что вы можете спокойно поднять базуку. Теперь эти киборги, после того, как накачались, были готовы расправиться с нашими соседями, которые любили посидеть на крыше. Все, погнали. Вон тот домик на скале. Все, погнали, давайте на счет три, короче, стреляем в эти стены. Стреляем. Во, пошло дело. Работаем. Каменный, что? Дальше горяем. Все развалилось. Погнали под ноль этот дом, слышь? Отходите, там бункер. Просто под ноль сносим его. Отходи. Стреляй дальше. Можно ракета. Погодите. Дайте мне. Все, мне кажется, дом минус. Но это фул диспавн как будто был реально. Ресурсы у них были только в шкафчике. Очевидно, на содержание этого дома. А ящики были максимально пустые. Видимо, после того, как они проиграли рейд, они все задиспавнили. Ну а так как на следующий день моему тренеру нужно было возвращаться на любимую работу, продолжать выживать на этом сервере не было никакого смысла. Именно поэтому мы решили отдать все честно добытые ресурсики посетителям качалки. Обожаю тебя, давай. Удачи тебе. Ну а впереди вас ждет самое интересное. Тебе игра, вот честно, вот понравилась игра или как? Не, ну смотри, я же такой чел, не сам по себе, не геймер-то особо. Вот. Угу. Это игра вот такая, чисто зависнуть на летние каникулы, понял? Ну да. Типа вот в июне залез и давай по. Очень, на самом деле, просто тяжело, я так много не играл. Очень давно. 16 лет последний раз так сидел за... Прям вот 2 дня плотно. А теперь представь, что я так по каждый видос играю. Иногда даже вот мы не 2 дня играем, да? А иногда ты 10 дней играешь, чтобы что-то снять. Каждый день ты заходишь, по 16 часов играешь. Типа это еще щадящий был, ну, такой вайпик. Это жестко. Я просто замучился лазить по этим кувшинам, запрыгивать. Я тебе... У тебя, понимаешь, какие пальцы теперь накачанные будут? Это просто жесть. Ну ладненько, надо идти отдыхать. Ну что, завтра в зале увидимся. Ладно, ты придешь?
Наверное. Ну давай. И конечно же, мой тренер не мог забыть всю ту боль, которую пришлось ему пережить в этой прекрасной игре. И для меня он подготовил несколько испытаний. Присаживайтесь поудобнее, сейчас вас ждет самое вкусное. А сейчас твое время. Ну что, поехали сейчас тогда? Ты готов? Конечно, ты, нет, всегда ты, готов. Ты готов. Всегда готов. К этой истории ты готов, да? Присаживаешься 10 разочек. И вот этим камнем, мега-скином, ты добываешь, короче, руду 20 раз. Давай. Поехал. 20 раз? 20 раз. Я думаю, 10. Есть, да, сэр, сэр. Сэр, да, сэр. Что, поехали? Так. Раз, два, три. 20 раз приседать? 20 разочек. Какие 20-то? Я чувствую вот это напряжение. Добывай. Мне нужно 20 железа, давай. Опа. Че, прям так? Да. Точно? Ты можешь F1 нажать и записать. Exit. Чтобы лечь спать, нужно нажать F1. Услышал. Консоль нажал. Так. И тут нужно написать quit. На, quit — это типа выход, что ли? Я этот speak English, блин, между прочим, чуть-чуть. Ты что, американец? Теперь за все эти шутки мне придется плотно отрабатывать. 10. Еще 10. Еще 5. Давай еще 5. 5. Мгновенный рейд, братан, мгновенный рейд твоей жопы. Давай, встаем на планочку, в планочку встаем, встаем, планочку. Минуточку, поехали, Раз. А раз, таймер. Два, три, четыре. Хорошо? Тебе нравится? Очень. Получаешь удовольствие? Максимальное. Доктор, сколько секунд? Доктор. Доктор, у меня пульс пропал. Доктор. Нормально, бывает раз в жизни, ничего страшного. Мимо. Все мы умираем раз в жизни. Держим. Ладно, все, отдыхаем. Подышать надо чуть-чуть, хотя бы тоже водичку попить из грязной бутылки. Да. Водички бы попить сейчас не помешало реально. Я тебе помогу. Я тебя прикрою сзади, Дима. Давай. Главное, чтобы не было пробития, так сказать. В этот момент. Чтобы, так сказать, friendly fire не произошел. По 10 килограмм. По 10? По 20. По 10. По 20. Все, пока. Я прописываю дисконнект. Доктор, я не чувствую ноги. У тебя их нет. Я не могу. Ой, хорошо, молодец. Мои ноги не готовы к таким испытаниям. Что, может быть, теперь вверх чуть качнем? Фулбани сегодня однозначно. А что делать? Что делать? Муравью, так сказать, приделать. После того, как мы бахнули гуараны, мне пришла мысль, да? На контроле бронежилетики так поскрываться здесь. Может, не надо? Ну, наступает ночь. И Дима, пляж. Мы которые полегче берем, да? Броню полегче, будет пробитие, Дим. Будет пробитие. Нам нужна апгрейженная броня. Мне кажется, ее можно было не застегивать. За что? Я всего лишь ему просто показал, что такое раз. Это тебе коллаж, блин. Сейчас пока еще деревянный. Это болтовка какая-то. Все, пойдем туда, на нашу финишную. Че, до выхода, да? И прям поехал, присел. И на корточках, на контроле. Чтобы тебя... И ты должен зарейдить вон те весы. Поехал. Я точно так должен идти?
Я точно в зал пришел? Враги в ту, не в ту сторону воюешь, давай. Вот в ту сторону. Вон, и до конца пошел. Я, по-моему, не с калашом, а с копьем уже. Чисто. Как за Стасом бомжи бегали. Копьем его. Хорошо. Вы проходите курс бойца юного. Награждается с серебряным рангом. Хорошо. Я не знаю, в расте же можно висеть на этой? Нет. Висеть нельзя, да? Алка, жалко. Спасибо. Спасибо, хорошо, не добавил эту функцию. Это реальность, братан. Здесь по-другому не бывает. Придется висеть в бронежилете. Реально? Да, конечно. Ты же там запрыгиваешь, ты же меня заставлял запрыгивать на что-то там, понимаешь? На балке? Да, помнишь вот это? А я не мог. А вот ты сейчас тоже. Пойдем. Как там Ctrl, пробел, Shift? В смысле запрыгиваешь? Зажимаешь Shift. Ну ты знаешь как, брат. Через Shift. Shift типа и прыгать? Пробел, да? И вниз. 20 раз, поехал. Без остановочки. Вот она месть. Ну подумаешь, тебя школьники какие-то унижали. Я тут при чем? Давай еще 5. Смотри бы, что тебя вот ты так нагнулся, и тебя бы сейчас кто-то рейдил бы в этот момент. Теперь запрыгивай на турничок. Вон он сюда. И виси. Ага. И тебя зарейдили, пол делся просто бам. Давай висим, пока я не скажу. Все, где ресурсы-то были? Где скрываешь, где твой сундук? Где живешь, братан? Скоро йода. Ну и, соответственно, еще? Ты должен по лестнице пробраться на ту сторону через забор. Даже вот так, смотри, оп-оп-оп. Перешив, правильно, я как и учили, перешив. Все, вставим на тумбочку. Все, вот он шкаф, открываем. Доказал, что не слабак, да? Доказал, что мужик. Папа, это было изи. Да? Папа, изи. Забрал свои ресы достойно, блин. Достойно забрал. У меня все, блин. У меня как бы базаров тебе больше нету. Ты доказал, что ты настоящий растер, братан. Фух. В реальной жизни. Слава тебе, Господи. Это все закончилось. Вот так и заканчивается данная история. Я надеюсь, мы смогли поднять вам настроение, и вы поставили свою оценку и подписались на канал. Впереди вас будет ждать еще очень много историй. Псс, я если что оставлю ссылку на его канал. Он об этом не знает, так что наслаждайтесь видосами с зала. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.